Всем приветик! Мы в Польше, и мы находимся на историческом месте. Нет, не упаду. Берем вас с собой, решили здесь прогуляться, посмотреть, что есть, и вам показать. Подняться. Мы хотим подняться. Сережа тоже решился пойти. Вот на эту высоту. По ступенькам. О, я немного подзапыхалась. Педали. Как классно. Еще немножко осталось. Я поднялась. Запыхалась в ужас как. Посмотрите, какая красота. И осознание того, что находишься на таком историческом месте. Классненько. Тишина такая. Сейчас я вам покажу лес, который вокруг. Сережа добрался. Можно устроить небольшой пикник. Смотри, сколько сердечек на столе нарисовано. 17-й год. И вот такой шикарный, шикарный вид. Там внизу наша машинка. И вот такой орлик наверху. Памятник. Вдалеке виднеется Одер. Сережа оставил наше сердечко. Отпечаток нашего сердечка. Отпечаток нашего сердечка. Здесь когда-то была крепостная стена, да? Остатки камушки. Историческая битва. Мозаикой выложена. Красиво. Это как природный еще и парк является Цедунья. Здесь этот парк. А, песок в обувь засыпается. Ты пошел грибы искать? Что это? Странное какое-то сооружение.
Окоп. Почему так сделано? А? Низкие другие все. Ну, для этих воинов, которые охраняют крепость. Для лучников. Ой-ой-ой. Тут не очень опасно, бревнышки как бы такие. А? Не ходи на серединку там, смотри, какая дырочка. Смотри, как деревом, да, пахнет классно. Ну все, мы заглянули везде, где можно. Нет, я боюсь ходить на серединку, я толстая тетка. Провалюсь. Солнце, ну смотри, что делает, а. Смотри, видишь, они качаются. Здесь еще есть вот такой плакатик. Сразу не показала. Здесь была битва в 972 году. Когда-то здесь праздновали тысячелетие этой битвы. И вот устраивали такое театрализованное шоу. А также в марте 45 года в этом месте во время войны бились польские войска и советские войска с фашистскими войсками. Вот такое историческое место. Тут еще есть фотографии. Это с самого городочка Цдыня. Немножко погуляли. И теперь едем не тратить деньги в польские магазины. Сережа решил заправиться, потому что в Польше бензин дешевле. Здесь 1 евро 20 центов, а в Берлине был бензин, когда мы выезжали, 1 евро 30. Сколько? Почему? 40? А, да, одно, но это мы рано утром выезжали. 1 евро 40 было, да. Ну, здесь все равно дешевле. Мы приехали в магазин Пидронка. Парплац, как всегда, все забито. Время 3:30, мы приехали домой из Польши, благополучно потратили денежки, мы закупились немного в Бедронке и, ну как немного, ну прилично закупились в Бедронке и немного потратили денег еще на базаре, купили овощи и яйца. Я вам сейчас покажу, что купила. Сразу хочу заметить, что все, что мы купили, мы не съедаем в течение нескольких дней.
и покупаем продукты по мере необходимости. Так что, кому интересно, сейчас покажу, что купили. Сначала мы зашли в мясную лавку. Я купила свиной фарш, затем крылья индюка. Стоит 2 евро за килограмм, но здесь больше килограмма, 3 больших штуки. Фарш больше, чем 2 килограмма. Фарш получается 4 евро, но он такой свежий, мясо свежее, и вот прям при тебе его молят. Сейчас быстро нужно убрать в холодильник. Затем купила говядину. Она тоже что-то там была по скидочке, получила 400 грамм за 2 евро. Ну вот 800 грамм, 2 пачки говяжьего фарша взяла. Затем курочка. Одна упаковка получается это... Ну, где-то около 1 евро. 2 упаковочки за 2 евро. Ну, где-то по полкилограмма, да, плюс-минус. Это я в Бедронке уже, да, взяла. Быстренько сейчас скажу, что купила. Сметану. Мы очень любим польскую сметану. Срок у нее хороший, поэтому покупаем побольше. И она не очень жирная. Взяли на пробу еще первый раз вот такую 12%. Обычно покупаем вот такую 18%. Кефир, молочко. Молоко, которое 2% жирности, и 3,2. Бананы. Паприка стоила 2 с чем-то евро за килограмм. Мы купили, потому что нужно, да. Едим очень. Евро 40 стоили нектарины, поэтому так много взяли. Вроде не такие плотненькие. Будем успевать кушать. Затем вот такая куриная грудка нарезанная. Ветчина. Индюшачья, очень вкусная, всегда в Польше раньше ее покупали. Грейпфрукты были тоже не очень дорого, не помню какую, в какую цену. Купила тунец консервированный в собственном соку и еще вот такой мексиканская смесь, ну как салатик. Сережа купил 2 упаковки пива, вот такой Лех, и не умею читать по-польски, просто покажу, я их называю пляска. В общем, пускай будет дома пиво. Им купили водичку. Так, сейчас я молочное, мясное уберу и покажу еще, что купили. Мясо быстро я разобрала по пакетикам. Я написала даты и что в пакете на всякий случай, мало ли, чтобы мясо долго не залеживалось, не вымерзало. Я прям сделала несколько маленьких пакетиков, где-то на что-то понадобится. Говядину я тоже отдельно сделала. Может что-то смешать на котлеты. С курицей я сразу сняла кожицу. Это вот такие верхняя часть. Ну, бедрышки, короче. Просто бедрышки. Сняла сразу кожу. С индейки кожу не стала снимать, потому что это крылышки. Но я их разделила. Получается верхняя часть и само крыло. Здесь их по 3 штуки. Может, потом что-то буду в духовке с овощами. Ну, или как-то. В общем, будем уже по ходу действия думать. И вот так будет удобнее хранить. И у меня такой специальный маркер, который не стирается в холодильнике даже. Дата остается видна. Уберу сейчас холодильник. Решила показать, что храню в морозилке. Вернее, как складываю мясо. Здесь у меня будет свинина в одной стопочке. Говядина. Куриная грудка у меня заморожена еще с прошлого раза. Ну, то есть не помню с какого, ну, то есть уже была в морозильной камере. Здесь я положила вот эти верхние части. Это колбаска, которую я сама делала, которую можно при случае сварить, когда захочется, лежит замороженная. Говядина, да, и вот крылышки я вам уже показала. Затем у меня есть здесь немножко свинины. Это недавно купленное. Ложу наверх, потому что буду использовать по мере, как говорится, поступления. Да? И еще у меня есть пакет куриной печени. В общем, вот так. Ящик полон. Теперь мяса хватит надолго. В нижнем ящике у меня пару пакетов с замороженной смеси овощной. И еще там один. Зелень, черемша, укроп, петрушка. Джусай, да, я вот недавно от сестры привезла замороженный. Кусочек сельдерея замороженный. У меня есть всегда замороженный розмарин.
Лазочка что-то немного приоткрылась. И еще у меня есть замороженный имбирь. Вот. Это у меня нижний ящик. О, в верхнем немного бардачок. Здесь у меня пару пачек творога замороженного. И ягоды. В Лидле был хороший ангебот на малину замороженную, я купила. Затем это ягоды с дачи от сестры. Здесь смесь ягод ежевики, смородины, красный, черный. Это магазинная смесь. И еще у меня там пару пакетов красной смородины заморожено. Немного мороженого. Дочи, лакомится. И масло. Ну и кусочки льда. Это верхний ящик. Вот все, что у меня в морозильной камере. Еще есть морозильная камера. Тоже покажу, как я храню. Нижний ящик у меня рыбка. Здесь отдельно лежит то, что на уху. Это стейки. Там есть пачка креветок. Затем в этом ящике у меня пельмени. Вареники с творогом. И вот такие котлетки с куриным фаршем и с кабачками я делала, заморозила. Так, здесь у меня спаржа, несколько пакетов, фасоль. И снизу еще есть пару пакетов капусты, которую мы солим сами. Вот уже остатки роскоши. Два пакета, по-моему, да, да, два. И верхний ящик. Здесь у меня вот это тесто Ювка так и лежит еще до сих пор. Кабачка было очень много, заморозила. Тыква два пакета. Еще вот такие черные лепешечки замороженные. Помидоры. Тоже перескивали, я их сняла штуку и просто как пюре сделала, так лучше используется. Здесь у меня еще есть слива прошлогодние, про которую я совершенно забыла. Руки, вернее, не доходили, чтобы с ними сделать. Здесь у меня черника замороженная. А это, знаете что, я делала вареники с картошкой и с печенью и осталась начинка. Я ее заморозила. Вот так я храню продукты. В общем, голод нам не грозит. Затем мы в Польше купили еще вот такую моцареллу, которую можно натирать. Очень вкусный сыр для салатов. Затем вот такая моцарелла, она длинная, большая. Вот такой сливочный сыр. Просто беленький. Затем вот такие сардельки. Вот булочки темные с отрубями. Булочки с зернышками. Затем вот такие сладости. Мишки с начинками. Очень вкусные. Что-то тут еще Сережа углядел в белом шоколаде. И купили тортильяс. Еще, девочки, никак не закончу с покупками. Купила вот такие салфетки на кухню. Большие упаковки. Купила растительное масло, не знаю, показывала или нет. Сразу две бутылки, пусть будет. Оно есть не просит. И еще хочу показать, что я накупила. В Петровке увидела маски. Как же я могу пройти мимо? У нас с дочей на двоих. В общем, я купила вот такие. Какой-то интересный фрукт. В общем, это корейские маски. Получились они там, стоят по 1 евро. Вот такие масочки. Я не очень понимаю по-польски. Ну, по смыслу можно догадаться, да? Затем из этой же серии личи, тоже корейская маска. Эти маски вообще получились по 50 центов. Это вот такая
с лисичкой и одна с совенком. Это восстанавливает это с кокосовой водой, это с каким-то маслом. Очень тяжело читать по-польски, в общем. И купила две одинаковые, чтобы нам с дочей, с алатонином. Придает эластичность коже лица. Вот так. По смыслу, да? Вот такие масочки. Эти стоили, по-моему, по 70 центов, ну, если перевести. В общей сложности я потратила в Петронке 63 евро. Потратила на базаре 21 евро. Сейчас покажу, что купила. И где еще? А, им за мясо я отдавала, получается, где-то 14 евро. Вот и все мои покупки. Ну, в общей сложности в 100 евро, да, вложились. Покупки с рынка. Помидоры. Здесь три сорта, они по одной цене, 2,50 за килограмм. Черные помидоры, розовые помидоры и вот такие красные фляш томатен. Потому что те помидоры, которые с дачи, мы быстренько, наспевшие, скушали. Другие еще не поспели, мы очень любим помидоры. Все их кушают и поэтому купили еще. Затем купили яйца. Мы в Польше всегда покупаем яйца. Они стоят 2 евро за десяток. Они вот такие домашние, крестьянские, большие яйца. 5, то есть это 10 евро, да. Ну вот. И здесь зелень, петрушка, укроп. Огурцы вот такие тоже очень вкусненькие. И слива. Слива 2 евро за килограмм. Здесь я килограммчик взяла. Ну вот. Все покупки. Все, наконец-то я вам все показала.